Вы же тоже начинали вместе, 20 лет вместе, рука об руку. 26. 26 лет вместе. Да. Потом он вас... Еще до этого дружили, поэтому ну, 30, да. Наверное. Нет, речь о том, что, ну да, ну произошло, да, рука дрогнула. Но вы продолжаете общаться с ним, конечно. Там, руку жать, там вот это все, да. То есть вы нет такого, что вот там какая-то вот забор между вами и все? Нет, мы общаемся прекрасно. Но есть какая-то обида, что он ваши деньги забрал, как бы не делился тайком, вот это нехорошо все-таки? Я совершенно к этому спокоен, абсолютно. Я не вижу вообще в этом крамолы никакой. Нет, он, знаете, он это... ну так скажем, он стоял в основании коллектива, он делал очень много, больше гораздо, чем многие из нас, чтобы создать это шоу. То есть, ход мы мысли... с ним общаемся, я конкретно. Ну, с ним нет, общаюсь, просто ход мысли, ним... понимаете, вот люди будут смотреть, от каждого в жизни есть такая история, когда его предавали. Ведь ты человеком дружишь, доверяешь ему, он тебя предал. Как к нему относиться после этого вот морально? Какой ход мысли у вас? Что у вас, ну, как бы сказать, вы успокаиваетесь, какими мыслями? Ну, дайте первое совет. Ощущение, первая реакция, конечно, жесткая вообще. Потом себя останавливаешь, осмысливаешь все, понимаешь, что не так все на самом деле, как кажется. Да, надо просто уметь, во-первых, прощать, во-вторых, размышлять, в-третьих, смотреть в будущее. Нет, с позитивом. Ну, да, ну зачем тащить на себе это все? Ну это же глупость, это же ты себя самого портишь. А это все так думают? Ну вот ваша команда все так думает? Я за других не буду говорить, я за себя лучше скажу.